Привет! Меня зовут Настя Травкина. Я научная журналистка, редактор журнала «Нож» и ведущая телеграм-канала об осознанности «Настигла». Совсем недавно я написала книгу о мозге и психологии «Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Совсем скоро я представлю свою книгу на крупнейшей российской книжной ярмарке «Non-Fiction». Мы с вами в прямом эфире разберемся, в какие стереотипы непродуктивные и ложные о работе мозга мы все еще верим. Я расскажу вам, что такое научный подход к работе над собой и как найти баланс между достигаторством и таким подходом, как «отстаньте от себя». Увидимся 28 марта в 2 часа дня. Более подробное расписание вы сможете посмотреть на сайте Альпины. И до скорого!